29 января в Русгидро города Каспийска состоялась выставка проекта «Художники из Каспийска». Она включила в себя 5 поколений, рожденных с 1920 по 2006 годы, среди которых как абсолютные титаны, стоявшие у истоков становления Каспийской художественной школы и городской скульптуры, так и те, кто только начинает свою творческую деятельность. Но мы очень надеемся, что вот эта идея собрать всех творческих людей из молодого города Каспийска, которому всего 50 с чем-то лет. Это очень интересная выставка получилась, очень живая, интересная, свежая. Производился кураторский отбор. В результате мы собрались вместе с МУСО 50 имен. Основная цель проекта – это знакомство творческих людей, а также очертить невидимый круг сообщества в единой дагестанской художественной среде. Выставка позволит взглянуть на себя со стороны в контексте сообщества, в котором ты живешь, и поможет понять, есть ли особый взгляд у каспийского искусства. Проект действительно удивительный и интересный, и классная кураторская работа. Поздравляю. Так, неожиданно приятный проект. Ну, в стенах галереи всегда все проекты классные, а этот тоже как бы не подкачал. Так всегда практически бывает, что если ребенок из Каспийска приезжает учиться в училище, то он всегда классный. Всего в выставке были собраны около 50 авторов, из которых 35 приняли участие. Организаторы делятся, что чьих-то контактов так и не удалось найти, но биографии их все равно включены в проект для создания более широкого и точного видения контекста. Отметим, что проходить выставка будет до 31 марта текущего года.